Правильное питание для деток важно в особенности, так как это растущий организм. Сегодня я вам предлагаю приготовить шикарное блюдо, домашнюю колбасу для детей. Это просто, вкусно и полезно. Колбаса получается очень вкусной, нежной, аппетитной. Процесс приготовления довольно интересный. Будем делать колбасу в кружке. Основа – куриное филе. Также добавим сливки, яйцо, крахмал и соль. Подавать к столу колбасу вкусно с картофельным пюре и свежими овощами. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте все ингредиенты. Куриное филе ополосните, нарежьте произвольно, переложите в чашу кухонного блендера. Влейте к курице порцию сливок. Вбейте в блендер куриное яйцо, добавьте соль. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Всыпьте крахмал, добавьте паприку. Взбейте все ингредиенты до однородности. Перелейте содержимое блендера в чашку. Кружку запечатайте пленкой, возьмите кастрюлю, застелите дно тканью, поставьте кружку и влейте холодную воду, доведите воду до кипения. Готовьте колбасу 35 минут под крышкой на небольшом огне, после остудите колбасу и подавайте к столу. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Нам понадобится: куриное филе 250 грамм, куриные яйца 1 штука, сливки 120 миллилитров, 10% жирности, крахмал 1 столовая ложка, соль по вкусу, паприка по вкусу, количество порций 2. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Буду скучать без вас.